Прокуратура признала законным возбуждение уголовных дел в отношении новгородца за причинение вреда здоровью медиков. Речь идет об избиении бригады скорой помощи, о чем мы рассказывали накануне. Уголовные дела возбуждены постановлением органа дознания регионального МВД. По версии дознания, 27 февраля 2019 года, находясь на улице Кайберова, Власьевская, в Великом Новгороде, подозреваемый умышленно из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения санитару и врачу, прибывшим для оказания ему медицинской помощи. В результате у врача диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а у санитара – перелом кисти. Добавим, что по нашей информации, от рук дебошира пострадал также водитель скорой. А доктор, кроме черепно-мозговой травмы, получил перелом носа. Все трое выбыли из строя на несколько недель. Уголовные дела возбуждены в отношении 28-летнего новгородца. Статья звучит как причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.